сейчас весь мир фигурного катания с завистью наблюдают за нашим фигурным катанием и то, с какой скорости и как он развивается. И весь спорт в нашей стране сейчас на колоссальном уровне. Мне нравится этот вектор, в котором движется страна. А я обязательно пойду на выборы и, конечно, буду голосовать за Путина.